Татарстан скорбит со всей России. Жители республики присоединились к акциям памяти погибших на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Напомним, в регионе объявлен трехдневный траур. Внесены изменения в программу передач нашего телеканала. Сегодня Владимир Путин возложил цветы к мемориалу торгового центра и провел совещание о ликвидации последствий пожара. В Татарстане проверяют работу системы оповещения. Сегодня жители нескольких районов Казани сообщили о звуках сирен. В МЧС подтвердили, это проверка системы оповещения. Она будет проходить 2 дня. Организована по распоряжению премьера Алексея Песошина. В Татарстане проверят порядка 50 торговых центров. Прокуроры и спасатели осмотрят пути эвакуации, ознакомятся с работой автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей. Накануне было поручение Генеральной прокуратуры провести проверки во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры.